Домик достроен, и это хорошо. Вот только термы куда-то убежал первый. Даже интересно. О, еще одна яичко. Да, тройки они очень сильно выглядят. Блин, даже сложно сказать. Мощно. Но все равно они не хищники. Да, я понял, что все-таки нужно хищников себе приручить. Да, у меня все травоядные. Все травоядные, кроме птернодона. Ну, опять-таки же, он не нападает на меня, поэтому я его смог приручить. Как же ж мне приручить хищников? Это даже интересно. Но в любом случае все хорошо. Мне очень везет то, что у меня здесь какие-то лучи приземляются, и я могу там много чего интересного найти. Ну, а также везет, здесь есть металл. Да уж. Мне повезло с этим местом. Здесь очень легко жить. Да. Но мне нравится, как сделано мое дерево. Да. Так, ой, зачем я тебя в дом-то посадил к себе? Хотя вот с факелами надо аккуратнее. У меня один стегозавр умер. От них уже надо проверить. Никого не убивает. Включились факела ночью и умер стегозавр. Я даже этого не заметил. Эх, точнее не заметил, как по нему шел урон. Ну ладно, вроде как никого не бьет. Все хорошо, все замечательно. Так, в общем, нужно приручать хищников. Кстати, очень хороший пистолет. Вдруг я его потеряю, надо куда-то положить. Очень удобно с ним постройки разбирать. Один щелчок, и постройка у меня в кармане. Кусок постройки, так что очень хорошая штука, не хотелось бы ее потерять. Так, металл плавится. Что я хотел сделать? А, точно. Я хотел сделать... А, неправильно. Здесь. Ой, нет, не здесь. Вот, здесь. Хотел сделать... вот она. Стрела. Ну, давай попробуем сначала обычные сделать. Я думаю, они будут лучше восстанавливать. Ну, точнее, не восстанавливать, а приручать. И вообще, мне до сих пор интересно, почему я сам с собой люблю разговаривать. Да уж. Дождик, крышу надо будет сделать. Так, ладно, в любом случае, что же? Где же я их видел-то? Видел я их на своем первом месте жительства. Да, полетим к своему домику. Ох, ночь темно, ну ладно. Мне ли не привыкать по ночам летать. Но в целом получилось неплохо. Надо, наверное, сверху поставить какое-нибудь ограждение. Но за все это время я хищников не видел у себя на острове, поэтому я думаю, там будет безопасно. Но все равно нужно какое-нибудь ограждение сверху построить. На всякий случай, чтобы незваные гости ко мне не пришли. А то придется их как-то выманивать, чтобы они вышли из дома. Так-с. О, кроватка. Нужно будет дома поставить кроватку. Терчик. Ой, он маленький. Так. Я в рецептах видел какой-то непонятный кристалл, или как там его... Так, все потушено, но пускай горит, пускай домик стоит, перевалочный пункт подойдет. Какой-то кристалл. Вот где же мне этот кристалл найти? Светает, здорово, но только дождь, и у нас темно все еще. Надо бы поискать, где эти кристаллы можно найти. Вот какой-то там жемчуг я нашел, как добывать. Какие-то трилобиты ползают. Благо, они не... атакуют, но выглядит все равно отвратительно. Вот. В общем, повезло хоть с чем-то. Так, ладно. Погнали сюда. О!
Вот ты где. Что-то мне не нравится твоя аура, что-то мне подсказывает, что ты не захочешь идти со мной. Не хочу даже пробовать. Да. Надо бы поискать получше. О! О! Погоди-ка! Да, похож на паразавра. Он железный? Он железный. Он такой маленький. По уровню. Я его хочу приручить. Он меня не бьет. Да, он маленький уровень, но я его хочу приручить. Надо приручить его. Так, нет, не ты. А где? Где? Во. У меня в доме как раз осталась вся эта штука для строительства. То и для создания. Надо бы книжку у себя дома такую же поставить. А то сюда летать и это... отмечать, кого я приручил, кого не приручил, но такое себе. Так, что там еще нужно было? Вроде бы волокно. Вот они, ягодки. А, синие. Забыл положить. Во. Не зря серу. О, селитру налутал. Повезло. Вот просто повезло. Так. Вот, видите, да, журнальчик я себе. Ох, вот вы посмотрите, какая красота. Ох, здорово. Ну, надо себе такой же журнал. А зачем? Надо его просто забрать и домой поставить. Зачем мне отмечать в двух журналах, если я могу в одном поставить? А, точно. Какие гениальные мысли меня посещают в голову мою. Что? Второй? О, этот уровень больше. Самец. Как он металлический может быть? Он же металлический. Или это просто броня? Интересно. А где другой? Тоже самец. Ну, у этого раскраска такая прикольная. Вот это дилемма. Кого ж приручать? А, да нет, это тоже классный. Давай, короче, тебя. Вот, отлично. Это за мной. Воу! Упс. Ты его... Офигеть. Прикольный. Ха-ха-ха. Но мне везет. Пока что хищников я не наблюдаю. С одной стороны везет, с другой стороны не везет. Ну давай, заходи. Ну ты же видишь, где здесь проход. Давай, иди. Отлично. О, потом тебя домой переведу. Пока поживешь в этом доме. Так, тебе, наверное, нужно покушать положить что-нибудь. О, есть покушать. Отлично. Покушать есть. И замечательно. Полетели искать хищников. Воу! Это кто? Их двое? Они в шапочках? Не страшно? Я хочу проверить. Так. Тихо. Если что? Если будет нападать? Надо быстренько сесть. Не, смотри-ка, ему пофигу на меня. Пахи! Короче, будешь пахи. Ха. Не атакует. Хотя я выглядел как тут страшный. Классно. Я хочу к этим подойти. Так, 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 так. Большой. Страшный. Но он дружелюбный. Фу. О, посмотреть в инвентарь. Что? Но в тебе ничего нету. Кто? Гача Клаус? Оу. Прикольно.
Так, раз они безопасны, ну-ка, а ты? Эй, камень не хочу. Тоже пусто в инвентаре. Зачем смотреть в инвентарь? А может, камешки мне нужно тебя положить какие-нибудь? Ты любишь камешки? Погоди, чтоб тебя случайно не ударить. Держи камешки. Эй, я не могу положить тебе ничего в инвентарь. Ну не двигайся. Я хочу что-нибудь тебе положить в инвентарь. Хей, тебе вообще ничего не ложится. Ну и ладно. Уж больно-таки хотелось. О, заметка. Я заметил, что дают какой-то увеличенный опыт, что ли. Надо на животном это точно надо брать. Не, лучше поэкономлю на хищников. Пойду искать хищников. Ну нафиг все. А то тут нахожу всякое разное. О! Это что там впереди? Там дерутся. Значит, там хищники. Мне страшно к нему подходить. А как мне узнать? Как мне узнать их уровень? Наверное, должен быть что-то типа какой-нибудь. Надо поискать. Что же вы. Как же я могу узнать, чтобы вдалеке выглядеть? Что-то крутится в голове. О! Подзорная труба. Эффективное приспособление для разведки с дальнего расстояния. Классно. А здесь у нас... У него как будто бы... Он как будто бы лучше. А стоит то же самое. Только нужен какой-то мифический кристалл. Я их не видел нигде. Где мне их искать, эти кристаллы? Может, в лучах есть... Я не знаю. Ну ладно, придется полетать. Я боюсь приближаться к хищникам. О, ты смотри. Это такой же стегозавр, только в металлической броне. Он такой маленького левла. Мне не нравится раскраска. Он такой... Прям такой мне не нравится. Еще и левел маленький. Не, ну... Я понял, что такие динозавры ползают очень часто. Значит, лучше поищем другого левла. Может быть, будет где посильнее. Надо поискать. О, опять в металлической броне. Классно. Только уровень маленький, но зато этот зелененький. Прикольно. Да, они часто встречаются. Значит, поищем просто более сильного. А что у нас здесь в луче? Ого, штанишки. Неплохо. У меня есть такие же перчатки. Добро. Здорово. Скоро полную броню соберу. Кстати. Я все время летал. Я так... Какой, ну громадный. Он издалека выглядит намного меньше. Ничего себе, он какой громадный. Господи, ты меня больше испугал. Какая громадина. И луч спускается вниз. Интересно, этот луч можно залутать? Что? Зеленый обелиск терминал? Оу. Данные существа. Что? Для подношения. Артефакты. Ого. Ого. Выгрузить выжившего? Но ведь выживший вроде бы я. Куда это выгрузить? Меня.
Интересно. Настолько интересно, что я хочу отсюда убежать по-быстрому. Надо будет это как-то обдумать все. О, опять этих. Прикольно. Ой, а что у него спина сверкает? Ты мне хочешь подарок дать? Я люблю подарки. Давай я тебе что-нибудь дам, ты мне дашь подарок. Ничего не... Да ты ничего не хочешь брать. Дай тебе подарок просто. Хей, стрекоза. О, второй. О, ты смотри их сколько. Классно. Смотри, а этот не хочет ничего. У него не сверкает. Спина. Классно. Нет, я подожду, пока он мне даст подарок. А ты, ё-моё, было больно. Ай-яй-яй-яй-яй. Бежать. А, нет, не бейте меня. А. Так-то уж и страшно оказалось. Убей их. Я в тебя верю. Молодец. Классно. Надо все это дело залутать. А может я тебя могу приручить? Ну-ка. Ты хочешь приручить? Хей. Ты не хочешь приручаться? Ну почему? Ну ведь вы все любите такую еду. Ну почему ты не хочешь? А может ты мясо любишь? У тебя такие большие когти. Так. Эй, не полностью. Я не то сделал. Так, подожди. Как это делается? Наверное, так. На тебе мясо. О, тихо, не пугай меня. Да ладно, ты и мясо не любишь? Ну что такое? А? Ну на! Эй, не ты. Ну почему? Чего ты не хочешь идти со мной? Ну вот. Все плохо. Эй! Хо! Это хищник? Ты скушала мое мясо? Скушал. Полумужской. Ой, прикольно. Мой первый хищник. Неплохо. Ну хорошо, мой первый хищник. Ну, птерчик не считается. Пойдем тогда домой. Интересно, я могу как-нибудь тебя перенести? Лапки. Что-то мне подсказывает. Оп, классно. Я могу его перевести до дома. Ну вот, первый хищник. Прикольно. Зато теперь я знаю, как приручать хищников. То есть можно бросить еду и ждать, пока они скушают. И не обязательно эту трубу. Класс. Хотя, нужно что же все-таки знать уровень. Вот, притомился маленького уровня. Ну ладно, первый хищник — это хорошо. Надо поискать еще кого-нибудь. Может, кристалл кто найдется с кристаллами. О, ты смотри, какой классный! А ты хищник или нет? Не хочу проверять. Мне страшно только от твоего вида. Да и тем более у меня ценный груз. Пойду лучше до дома слетаю. Он убивал травоядных. Значит, он хищник. Это, конечно, опасно, но я хочу подлететь и посмотреть его уровень. Ой, я не увидел его уровень. Какой? 12-й. Но он маленький. И бьет не сильно. Но можно потренироваться на тебе. Так. Бросаю. Ульта. Так. О, сработало. Подожди.
Ой. А у того был большой уровень. Ну ладно, тоже неплохо. Собственно говоря, сработало. Это замечательно. Хищники, это хорошо. Погнали на базу. Ого. Трое? Все одинаковые. Они действуют как стая. Интересно. Честно, я боюсь к ним подходить. Особенно вот этот вот ближний ко мне, он светится. Как будто бы вожак. Так, не. Потом. Потом. Где же еще хищники? Я ты видел такого громадного? Нету. Такой громадный. Даже не прям как его зовут. Зато ходил на двух лапах. Кстати, хищники многие на двух лапах ходят. Интересно. О, большого бьют. Ну, их трое. Точно. Они как стая. Трое это точно победят. О, дальше не пошли. Прикольно. Подожди-ка, а что если я... У меня получится всех троих приручить. А получится ли? Даже не знаю. Не хочу рисковать. Не хочу рисковать пока что. Ладно, на сегодня... Я приручил довольно-таки немало хищников. Двоих. Немало. Ну ладно. Зато в металлической броне приручил. Паразавра. Прикольно. Так он называется. Тек паразавр. Даже интересно. Ладненько. Все вполне неплохо. Так вот, как теперь их до дома перетащить? Ой-ой-ой, опять переправой заниматься долгой. Как же ж плохо.